Обсудили, каким быть парку имени Рената Фардеева, жители Заинска 17 марта. В городе прошел проектный семинар, посвященный продолжению благоустройства парка в рамках программы развития общественных пространств Республики Татарстан. Здесь собрались те, кому не безразлично будущее самого красивого места отдыха заинцев. Активное участие в обсуждении принял и глава района. Напомним, что в прошлом году была реконструирована первая часть парка, и на проектном семинаре все смогли высказать мнение, что понравилось, что еще хотелось бы доработать. После открытия парка парк у нас зажил второй жизнью. На самом деле, наверное, любимое место было, я так вижу, что детская площадка очень удачная получилась, она и востребована. Площадка действительно востребована. Видим, одно там надо продумывать, вот это там все истоптано, травы уже практически нет. Покрытие, да, какой-то оригинальный, что-то, которое и для детей подходит. Вот этот вопрос надо продумывать. Там есть два островка. Один маленький, один побольше. Было бы, мне кажется, интересно сделать мостики между этими через островками. Просто сходить туда, постоять, посмотреть, как поплывут там, да. Участникам семинара была предоставлена возможность высказать пожелания, чего они хотят видеть во второй части парка. Площадь большая, зеленых насаждений практически нет, поэтому задача стоит сделать его не только функциональным, но и уютным. У меня есть такое предложение для старшего поколения, наверное, это будет хорошо, если будет асфальт вместо бетона, потому что бетон он жесткий, ходить не очень приятно. Во время групповой работы, разбившись на 12 групп, участники семинара обсуждали эскизный проект, разработанный архитекторами мастерской «Архитектурный десант» Кариной Давлетьяновой и Анной Федорович. Высказали свои пожелания, которые будут учтены при дальнейшей разработке проекта. Но все сошлись на одно мнение, что парк должен быть узнаваем. Но что-то должно выделяться. Или какой-то кубок должен гореть. Или какая-то сцена должна гореть посреди парка. Что оно выделялось, чтобы с дороги видно было, чтобы проезжающие люди знали, что есть, ну, чтобы запомнили. Основная зона все-таки, конечно, будет входная. Так как у нас был запрос на то, чтобы оформить вход, мы предлагаем такое решение в виде арки входной, которая будет символизировать тамбур, который есть на гербе города, который все знают. Она будет подсвечиваться вечером. Помимо основных тенденций был затронут вопрос о проходящей между парками теплотрассы, подсветки, наличия патрулей полиции. Все мнения архитектора пообещали учесть, ведь этот парк для заинцев. Реконструкция второй части парка имени Рената Фардеева намечена на этот год. Работы начнутся, как только позволит погода.